Всем привет! Сегодня 6 ноября, это пятница. Сейчас сходил после английского на фильм «Спектр». Если честно, ну, ребята, у каждого свое мнение. Ну, мне было скучновато под конец, потому что все было настолько банально. Сюжет, в сюжете прослеживались какие-то моменты из прошлых фильмов. И многое было для меня очевидное. Но в целом было весело, потому что мы повеселились, посмеялись, мы ходили с Илоной вдвоем и смотрели фильм в сильверскрине в Галилео. То есть было достаточно прикольно. Сейчас я иду домой, сегодня мне предстоит ночная работа в клубе. Я сейчас приду домой, немножко посплю, потом покачаю пресс и сделаю несколько дел, которые запланировал на сегодня. Ну, в целом, все, друзья. Сегодня решил пораньше записать это видео, потому что вечером не факт, что у меня получится что-то снять. Сейчас прогуливаюсь по парку, дышу свежим воздухом и готовлю свой мозг уже к отдыху. Так что всем спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!